Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы решили высадить томаты в рассадник. Вчера муж накидал земли туда, навоз был уже раньше туда положенный, все загорел, все нормально. Но я даже не даю прогреться ему, вот потому что вот на это чудо без слез не взглянешь. Вот посмотрите, здесь уже их нужно выбросить и забыть. Но я хочу их все-таки попробовать реанимировать. Это петруша-огородник и сибирская тройка. Ничего не знаю. Как не пошли они, так и не пошли. То ли здесь землю, когда я делала, может быть, попал замес, перегноя было больше, а перегной у меня, как вы знаете, я говорила уже, он у меня годичный. Ну, даже не знаю, что. Потому что вот сейчас я вам покажу. Ну, помидоры же есть и вот такие. Все в одинаковых условиях растут. И все вроде как нормально. Но те помидоры, без слез, говорю, не взглянешь. И вот помидоры. Здесь японка, по-моему. Вот помидоры. Ну, нормальные помидоры, как помидоры. Еще времени много. У нас в теплицу высаживают в конце мая, а на улицу в начале июня в нашем регионе, в Сибири, в Восточной, если поточнее быть. Ну, вот такие вот дела. Вот такой работой мы сегодня будем заниматься. Я хочу сказать, что кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. А кто подписан, оставайтесь на нем. Я обязательно потом покажу, что же будет из этой рассады. Какая же она вырастет. Вот такие дела. Ветер у нас такой. Ну, в общем, короче, мы поехали. Видно нашу рассаду, нет? Нифига не видно. А потом, когда я вам буду ее показывать, она вырастет. И вот тогда вы удивитесь. Вообще, я вам сейчас покажу, что у нее вообще-то есть, ну, корневая. Вот как сейчас положу и покажу. Вот, смотрите. Корневая-то у нее есть. Но почему они не растут? И я вот думаю, что мы сейчас их сюда пересадим, закроем, вот как тот рассадник. И думаю, что у нас все получится. Закончили мы свою посадку. Получилось у нас здесь где-то, ну, корней 150. Раньше мы сюда высаживали по 200 корней, потом 180 нынче, еще меньше. Дай бог, конечно, чтобы они здесь уцелели и выросли. Ничего, никакого толку нету. Ну, почему-то мне сердце подсказывает, что они сейчас поменяли место жительства, поменяли землю, и они пойдут в рост. Здесь и влажность будет. Вот здесь вот такая, в такой, как сказать-то, ведь это, что такое у нас? Ведерко. Не, ведерко как, вот сказать-то, что это? Вот ну, забываю. Лампочка. Ну, лампочка в этом. Вот мне так... В ведерке. Ой, лампочка в ведерке. Вот. Вот здесь вот так. И она нагревается и обогревает наш рассадник. 200 конечно, ватт. Да, лампочка 200-ваттная. Наконец-то мой оператор подает голос. Скоро приучу его, приручу, и он будет у меня снимать. Ну, в общем, короче, посмеялись и будет. Теперь главное будем наблюдать. Я вам обязательно покажу. Оставайтесь со мной на канале. Обязательно покажу, что из этой затеи у меня вышло. До свидания. С вами была Наталья Гелюзудинова.